Привет, мои подписчики. Это конец рабочей недели. Пятница, 24 февраля. На часах у меня показывает 9:30. Сегодня так получилось, что мне на работу не надо, поэтому для меня это как третий выходной, то есть пятница, суббота, воскресенье. Хочу всех поздравить с концом рабочей недели, то есть пятница, вас должно это радовать. Не только взрослых, но и также младшую аудиторию, которая меня смотрит. Это студенты, школьники. Вот. Это будет просто блог, болтовня о жизни и о работе. Что я ел на завтрак? На завтрак я ел 2 яйца отваренных и сардельку. Перед этим я готовил блог, но решил просто помолчать немного. Что-то еще хотел сказать. Перед этим я делал небольшие паузы, просто я готовил этот блог. Ну как готовил, просто на работу не надо, я решил. Ну может быть просто сделать блог под конец этой рабочей недели. Иногда, когда я смотрю на эту вот мыльницу, мне просто хочется посидеть, помолчать. Мне нравится так. Я так просто расслабляюсь. Меня это не напрягает, а так я вспоминаю, и меня это напрягает. На самом деле, мне есть что рассказать. Просто, ну, произошло такое напряжение в памяти. Я просто смотрю в окно, и идет снег, и мне нравится погода. Просто хочу помолчать, ну, посмотреть в окно. Сами понимаете, время идет, и нужно не только что-то рассказывать. Допустим, другие блогеры что-то показывают в этот момент или вставляют какие-то смешные вставки, а я просто хочу в окно смотреть. Вы можете на меня просто смотреть. Просто я вспоминаю, что я хотел рассказать. Ну, воспоминания. А рассказать мне есть что. Просто перед этим я начал рассказывать. И произошла такая пауза. Ну, для меня это обычное дело. Хотя я мог и это вырезать. Хотя перед этим я кое-что вырезал. Это, наверное, будет забавное видео, вы потом, когда будете делиться с друзьями, будете рассказывать, что это за блогер такой, который не вырезает такие вот моменты, а смотрит в окно, а потом начинает опять рассказывать. Вот. Нормально, да? Я просто вспомнил Млечный, где забывает обычный текст. Надо немножко просто потерпеть, подождать. Вот, вы можете просто промотать или заново пересмотреть этот блог. У меня вчера была небольшая такая история о работе. Ну как обычно, приходишь на работу, как вы вот, вы приходите на работу, вас обычно ругает начальство. Вот, или не ругает, если вы хорошо работаете. Но вот вчера произошло ЧП. И когда мы грузили с мужиками, в общем, металлолом на одном объекте, то у одного мужика, короче, произошло эпилепсия. Вот, и никто не знал, что может произойти. Но самое страшное, что было, что когда он грузил этот металлолом, то он во время эпилепсии мог убить себя, то есть мог наткнуть себя на штыри. Ну, то есть, понимаете, сам металлолом, когда мы грузили эту, как это называется, вылетело из головы. Ну, когда в бетон, короче, такие прутья железные, они еще называются арматура, вот. Он мог в себя проткнуть этой арматурой лицо, ну, там, не знаю, через щеку как-то, или пробить себе голову. Но хорошо, что все хорошо обошлось, и просто его, ну, вырубило, вот. А кто... У кого была, короче, эпилепсия,
вот, или есть, или была, то это у людей, которые, ну, пьют, в общем, алкоголь. Вот. Поэтому этим людям нельзя пить. Вот. Вообще, вчера у меня день был плохой, то есть не мой день, то есть ничего радостного не было. Поэтому я вчера вообще был практически никакой, уставший, замученный. Еще начальство на меня ругало, что я плохо работаю, то есть хуже всех работаю. А вот сегодня, например, на работу не надо. Вот мне, поэтому я отдыхаю дома. Хочу просто помолчать и посмотреть в окно. Вообще я люблю зиму, это время года. Давайте просто помолчим. Вот. Я слышу, как часы идут. Часы идут, время идет. Могу сказать то, что как я дома, у меня дома тоже есть обязанности. YouTube тоже входит в мои обязанности. Вот. YouTube. Завтра, я знаю, будет суббота, 25 февраля. Воскресенье это 27 февраля. А на следующей неделе закончится конец февраля, и это означает, что уже скоро конец зимы и наступит ваша любимая весна. Нужно заканчивать этот видеоблог о болтовне, о жизни, о работе. Я много кое-что не вырезал, мне так захотелось. Вот, поэтому комментируйте это видео, если вам есть что сказать по поводу этого видео. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.